Можно совершенно полноценно заниматься айкидо, не занимаясь гимнастикой и акробатикой. То есть высокие падения, отбивы, вот эти хлопки, падения с высоты 2 метра, это все не обязательный элемент, хотя часто можно увидеть на показательных, например. Но если физические кондиции позволяют, то получить больше нагрузки, здоровой, полезной, хорошей, можно, если вы делаете укеми в виде кувырков. А в кувырок превращается стандартный накат. Сейчас мы посмотрим, как бы выглядело в приеме. Например, неважно какой прием, я могу просто толкнуть партнера. До этого мы делали просто накат на спину, пожалуйста. Если я толкаю достаточно сильно, если партнер готов работать с моим мощным броском, то накат должен превратиться в кувырок. Выглядит примерно так. И партнер выходит из кадра. Для того, чтобы подготовиться к кувыркам, усиливаю кеми, кувырки назад. Также начнем с подводящих упражнений сидя. Пожалуйста. Если я смотрю в профиль, то я должен видеть круг, который будет катиться. Поэтому руки располагаем колесом. Как будто бы пальцы входят в пальцы, как для замка, но сцеплять ни в коем случае не надо. Они идут параллельно. Таким образом. Руки держим упруго. Если я надавлю, то колесо не должно сдуваться. Голову прижимаем, подбородок вниз. Очень важно, не направляем его куда-то в бок. Это травмоопасно потенциально для шеи. Голова опускается строго вниз. Для того, чтобы головой не касаться асфальта, если кувырок произошел на асфальте, немножко доворачивается корпус. Какая нога впереди, на то плечо мы будем кувыркаться. Круглое положение тела, нога, рука, помогу. Поехали. Кувырок. Там разворачиваемся, садимся, другая нога впереди, правая нога впереди, значит, на правое плечо пойдет кувырок. Кувырок. Да. Разворот, садимся. Если вы только начинаете, вам может быть тяжело, можно попросить партнера по татами помочь отработать кувырки. Голову вниз, руки колесом, левая нога, левое плечо. Да. Разворот. Кувырок. Есть. Когда все хорошо и получается самостоятельно, то начинаем делать из положения на колени. То же самое. Руки колесом. Передняя нога толкается от татами для того, чтобы придать инерцию. Партнер, либо стенка, может помочь в качестве упора перед собой. Чем сильнее вы оттолкнетесь, тем легче вам будет катиться. Поехали. Есть. Разворот. Другая нога, другое плечо. Обратите внимание на постановку задней ноги. Нога стоит не на пальчиках. Когда мы будем кувыркаться вперед, это поменяется сейчас. Так же, как при накате. Это важно, чтобы не сесть, не потянуть связки в стопе. Отталкиваемся от татами, кувырок назад. Отлично. И то же самое, следующий этап из положения стоя. В стоечку. Опять, когда мы будем делать прием, если партнер находится справа, то подгибаем правую ногу. Для начала просто из положения стоя. Кувырок. Разворот. Кувырок. В приеме будет выглядеть примерно так.